Дед, передаю тебе пламенный привет, где бы ты ни был. Мы, получается, отправляемся в улей. Но стоит подобмазаться. На всякий. Хрен его знает, что там, учитывая, что тут снаружи стояло вообще. Слова не могут передать весь ужас, одна из труб должно быть вход. Колония Зод. Прикольный арт, кстати. Мясной такой. Чё, пока за это не ругают, да, только банят. Мясистый. Арты вообще клёвые. Особенно учитывая то, что эту игру делали, насколько я знаю, вроде как всего 9 месяцев. То есть буквально на коленке склепали за 9 месяцев, и она получилась такой. Похоже, здесь все в порядке. Так, ну эти бомжи уязвимы к шрапнели, а значит... А значит, с сопротивлением мы тут особо не встретим, да? Ну с них еще и лута нет. Ничего, попробуем в другой раз. О. Еще один бластер. Блин. Давай тебе еще. Осталось еще один бластер найти, тогда на всю пати будет. Что-то банить буба-стримы. Ну, если ты белый писюна мужик угнетатель и делаешь буба-стрим, то что бы тебя не забанить. Ману спалил в нулину просто. Неплохой моноберн. 600 маны просто, чпоньк. Блин, то иммунитет к магии, то моноберны. Ну что за... Что за мобы нынче пошли? Благо я мастер стрельбы из... бластера. Это что, головоломка для самых маленьких? За моноберны. Аттестаты у них посмотрим. Дьявол работник, 180 хп, 25 брони. Что-то он бомж какой-то. Иммунитет к мысли и огня. Капитан дьяволов. Испепеление. Метеор. А как ты можешь метеор кастить? А, ты, наверное, на улице кастишь метеоры. Это уже более серьезные, 700 хп, 45 брони, 2d6 плюс 20. Ничего страшного. О! Я не знаю, что это. Блин, придется с палкой деда прощаться. Ок. Ок.
Зачаровать бластер? Думаю, что нет, но можно попробовать. Зачаровать бластер. Предмет недостаточно высокого качества. Я его сломал. Я его сломал, а не зачаровал. Ну, вампиризм накидывался на бластер. Ну, в смысле, на предметы невысокого качества. Это тоже не работает. И огнем его тоже вряд ли можно зачаровать, да? Да. Нельзя с ним ничего сделать. Да я после косты буду уставший. Тут стрелять, наверное, как там этот. Ну ничего страшного. Я не знаю, что это, я не знаю. Еще один бластер. Запасной. Запасной бластер. О, смотри, мужик в клетке. Спасибо, что вызвали меня из этой клетки. Я думал, я спасен, когда мне удалось украсть ключ у стражника, но он не подошел к моему замку. А чего бы ни было, этот ключ, думаю, вам пригодится больше, чем мне. Мне нужно возвращаться в свое королевство немедленно. Кто знает, что там могло приключиться за время моего отсутствия. Извините меня за поспешность, но мне так хочется снова вдохнуть свежего воздуха. Вы оказали Арафи и Энроту огромную услугу, я в долгу перед вами. Роланд Айронфист. Я помню только Килгара Айронфиста. Так, ну получается, дело-то сделано. Поменяем. Так вот тогда. И ножи. По кому-то пострелять надо определенно. Добудьте фонарь, возьмите из лабиринта в Нигане останки Калдера, направляйтесь в колонию Зод. Возьмите гигантов и убейте Ксенофекса. Колонию Зота убейте Ксенофекса. Ага, это еще не все. Подожди, мне нужно Ксенофекса еще какого-то убить. Расстреляю его из бластера. Хотя думаю, что это будет очень долго. У меня только вопрос, кто из них моноберн кидал? Вообще моноберни. Блин, а что, может быть... Под нее не упасть никак. Где этот ваш Ксенофекс? Может, я его убил уже? А, нет, не убил, вон. Есть куда-то еще дорога. Так, ну давай хосту, хрен с тобой. Ничего страшного. Странно, как он работает. Это разгоняется. Да просто кнопку зажать. Ничего страшного. И на, чтоб меня не дамажили пока. Чтобы полностью огонь открыть, надо, чтоб я не дамажился какое-то время. Ничего страшного. Профильный, конечно. Здесь тьма высокий. Ну вот да, урон типа стригерит. Получаю урон, меня триггерит и этот. Ну,
не могу донести все. Сказать, на все деньги пострелять не могу. Так-то оно, конечно, прикольно. Обратите внимание, у меня, кажется, заболело. У меня Сюзанна заболела, и Ливия заболела. Личи не заболели. А еще двум ману сбернили. У меня и скорость еще не максимальная, чтобы прям совсем упороваться. Если только не знаю... Если только совсем без мана остаться, и, конечно, рофельно. Вам нужна помощь. Святой отец, помогайте. Будьте осторожны. Личи не болеют. Заразил. Ничего. У меня, я не знаю, что это. Еще два бластера. Куда? Куда мне? Я не знаю, что это. Там не столько. Удержим. Блин, мана нет на портал. Бластеры что? Бластеры глина. Бьют магии глины. А еще хоста прошла, и у меня все устали. Вам нужна помощь лекаря? Будьте осторожны. Нужно куда-то тратить ингредиенты. Блин, еще не время тратить. Ничего. Попробуем в другой раз. Но манаберн, конечно, у них неприятный. То что, а моноберня-то не неприятно. Так, и чё? Лучший ингредиент, вон. Ну вот мы и вместе. Опа. Одна счастливая семья. Пожалуй, можно теперь забыть о прошлом. Вы что? Да я барафию тэпнулся, после что ли? Всего, что вы натворили, погибло столько людей. Вы принесли беду, Арчибальд Айронфист.
За ваше преступление против королевств Энрод и Эрафи, за все те страдания, что вы причинили, я объявляю вам... Подождите, Арч, выговор. Ты сказал мне, что строгий. Ты и твои последователи отправляетесь на остров, чтобы продолжить свое учение. Да. Он спас мне жизнь. Я думаю, вы ошибаетесь, но хорошо. Я выношу свой вердикт. Ссылка на маленький остров. Поклянитесь. Никогда не покидать его. Клянусь. Ступайте. Я не хочу видеть вас больше. Никогда. Теперь мы квиты, брат. Прощай. Хорошо. Прощай. Прощай, брат. Ну, это мейн-квест двинулся, получается. Значит, я убил этого чела. Или не убил. Возвращайтесь к Кастеру в бездну. Они еще не открыли. Похоже, здесь закрыто. Но чувак тут, видимо, вернулся уже. Вам нужна помощь, лекарь? Будьте осторожны. Вообще-то, конечно, все здорово. Но мы-то знаем, в чем сила. Я на случай моноберна как раз палки со шарапнелью взял. Опа. Если будет, если будет дух Филова, думал, что у меня все еще висят мои забафы. Забаф от воздуха немножко закончился. Так, ну где тут этот чел, этот микрочелик, которого надо убить? А может быть все-таки... Блин, я бы, мне кажется, я тут убил его, просто не заметил. Почти наверняка я его убил. Просто больше идти-то некуда. Даже по карте видно, что больше нигде мест нет. Палки сильно дамажат там, не первого левела. А хрен его знает. Я ими особо не пользовался, но в любом случае это лучше, чем с бластера. Я вообще не знаю просто, как палки юзаются. Либо они фиксированный заряд бахают, либо может быть как-то на навыке еще основанный. Значит, у нас стрима хорошего настроения, из-за работы не смог присутствовать сначала. Как в итоге с деньгами для прокачки магов. Да я тут в земли Петик сходил, титанов, да и в храм титанов. Там бабла столько, что просто девать его некуда, выиграл. Купил вот все. Последний артефакт уже просто так продавал, даже не идентифицируя особо. У титанов просто тонны всего. Там, где челика выпустил, был проход закрытый, да? Так, блин, ну ладно. Пойдем посмотрим. Челик, клетки, проход. Давай посмотрим. Челик был здесь. Но прохода никакого нет. Закрыто. Ну, в смысле? Да, тут проход. Не вижу. Только 4 камеры и все. А вот тут кнопки отжимаются, да, еще назад. Может быть, это там кнопками связано. Че ищешь? Босса местного еще. Говорят, может быть, где-то здесь. Челик дал ключ, надо найти, куда его вставить.
И ключа-то не вижу этого. Если только как-то с этой загадочной загадкой скорее разобраться. Поблизости никого нет. Вообще не поднимается. Этой загадки. Что делать-то? Не понимаю. Дайте мне лицо, куда бить. Тоже кажется, что они, может быть, просто клетки открывают. Ну я хес. Куда тут еще? Где тут еще не был? Просто везде был. Тут даже дверей нет, которые бы каким-то ключом могли открываться. Я думаю, что я убил босса. Он где-то там среди этой шелупони был. Может быть, здесь? Я тоже думаю, что он выглядел как обычный бомж, и я его убил и не заметил. Надо вернуться, рассказать. Так, направляйтесь к колонии ЗОС, что земли гигантов, убейте Ксенофекса, а затем возвращайтесь к Кастеру в бездну. А Кастер это наш хрен, который в замке сидит же, да? Потренироваться. Кастер это же хрен из замка. Они еще не открылись. Похоже, тебе... Да. 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 Блин, из замка. Один из них. Ну, вот я тоже так думаю. Второй вроде на третий телепорт. Да. Блин, клятые телепорты. Клятые телепорты. Как я их запомнил, сам не понимаю. Итак, мои спутники и я прибыли из другого мира. Мы выполняли, на мой взгляд, глупое задание по поиску мифических древних и двух их агентов, Корока и Шелтона. Я вам честно могу сказать, никаких древних не существует. Ранее вы говорили совсем иначе. Вы лгали нам? Вы услышали то, что хотели услышать. Сейчас я хочу услышать ваши предсмертные стоны. Довольно искать древних. Теперь у нас есть идея получше. Когда мы прибыли в ваш мир, мы решили спрятать наш корабль в море и активизировать систему безопасности. Преодолеть систему безопасности корабля, не зная пароля, очень сложно. И здесь появляетесь. При помощи этой машины мы можем сделать тысячи копий вот этого. Мы станем править этим миром во благо нам и нашим союзникам. Не хватает одной детали, и вы... Достанете ее для нас с корабля. Ничего себе, вот это поворот, не вот это поворот. Это было великолепно, вы сделали это, теперь мы можем спокойно осуществить наши планы. Единственная серьезная опасность устранена. Мы станем повелителями мира. Кастер смеется диким смехом, запрокинув голову. Да, хорошо сработано, я даже прощаю вам спасение короля Роланда. Мы намеревались использовать его как заложника, пожимая плечами. Полагаю, что у вас нет выбора, в любом случае это счастливый день. Спин-офф Визардри? Ну получается, да, в Визардри же всякие были киборги, бластеры и прочее. Точно фэнтези? Точно.
Последнее задание, чат. Даже шрифт поменялся на последнем задании. Настал ваш звездный час, пока вы из кожи вон лезли, выполняя все эти важные задания, я с моими земляками, дрался с нашими бывшими друзьями за части легендарной небесной кузницы. Так это вообще отсылка к Звездным войнам и небесной кузне. Они намерены построить врата к древним, им бы действовать заодно с нами, но нет, они все бросили во имя какого-то туманного лучшего будущего, но вы-то... Вам нужно все это время быть на нашей стороне. Вроде фэнтези, все классно, тут пришельцы, бластеры, нанотехнологии. Так слушай, даже ведь далеко ходить не надо, вот тебе есть Моровинд. Казалось бы, фэнтези, но ведь там тоже всякие есть пришельцы, бластеры, ракеты, нанотехнологии, даже целый механический город есть. Так что, технологии, а не магии. Вот тут переплетение технологии и магии. Арканум почти. Осталось лишь одно задание. Нужно достать с нашего корабля старого Линкольна волновой разрушитель. В нашем мире мы не смогли найти ничего подобного. Корабль лежит на дне моря к западу от Алвли. И на борт не может проникнуть никто, включая нас. Теперь вам нужно надеть наши старые скафандры, проникнуть на корабль и вернуться с разрушителем. Наши старые скафандры приготовлены для вас в сундуке. Вы его увидите, когда выйдете из тронного зала. Вы не должны брать с собой никакого оборудования, иначе скафандры не будут работать. Мы будем охранять кузницу, чтобы ее не завладели враги. Принесите нам разрушитель, друзья, и вместе мы сможем править миром. Вот так вот. Что называют магией технологий древних. Поняли? Выкусили? Никто не шарит на самом деле за трушный лор Might and Magic. Я не знаю. Тут вам не это. Тут вам все в пришельцах. Так, короче. Вам не здесь. Убирайте вот это вот все. Ну, не только лишь все. Пистолет с палкой оставьте. Все остальное можете забрать. Это топор, кстати. Ляпа какая-то. Ляпа какая-то усатая. Проканом был про два вида технологий, которые не работают вместе. Тесла и Эдисон. Парапан против Монопанка. Ты что, Паракан? Ты подожди, ты что, Арканум не видел, что ли? Арканум — это ж просто вообще великолепнейшее переплетение магии и технологий. Так они его в одном мире увязали. Одна из лучших игр в этом плане, если не лучшая вообще. Ок, гидрокостюм Western Method. Гидрозащитный костюм позволяет не только дышать, но и защищать от излишнего давления при глубоком погружении в море. При надетом костюме нельзя носить на себе другие вещи. Для ношения этого костюма вы должны снять все снаряжение. Блин. Ладно. Мая. Все так все. Пошли нырять. Последнее задание, чат. Говорят, что магия равно технология. Ну, скажу тебе, что какую-нибудь Fantasy Star сеговской там тоже называли магию технологии забытой. Так что это нормально. Не так давно, кстати, перепроходил четвертую Fantasy Star сеговскую на пеке. Великолепная игра. После последнего задания, ну, видимо, конец игры. Видимо, конец игры будет.
Что может быть после последнего задания? Без вас проходил? Получается, без вас проходил. Да блин, это ж сеговская финалка, чё вы? Кому-то интересно. А я так чисто историю вспомнить, как она там выглядела. Довольно неплохая история, кстати. А гидрокостюмы-то кто забирать будет? Сука. Разогнался. Разогнался, прилетел, а гидрокостюмы не взял. Всем по гидрокостюму. Самое последнее задание, но может быть еще самое последнее задание, да? Но думаю, что мы уже созрели даже для самого-самого последнего задания. Готовы. Я не умею этим пользоваться. Придется все снимать. Сейчас будут голые вайфы на стриме. Получается. Смотрите, какая тянка. Чекнем, в общем, название мобов. Название мобов. Я не умею этим пользоваться. Да, в смысле? А, пояс остался. Пояс еще. О май. О май гад. Я не умею этим пользоваться. Погоди. Блестер. Норм, да? Лечи в гидрокостюме. Надо же дышать под водой. Как же без подводного дыхания-то? Да, познакомился с девушкой на пляже, а там с бластером. Нет, места-то хватит. Вот все. Хватит, если выкинуть всякий мусор. Конечно, квестовый, но кому уже от этого? Кому это уже интересно, что он квестовый? Даже квестовая респавнится. Картонки только нельзя. Ну, кстати, ладно. Картонки тоже свои отыграли. Я уже стал чемпионом Аркамага. Это даже, ну ладно, банка с алхимией только. Я не умею этим пользоваться. Что там? А, точно, сандалия еще. Хе-хе, бой. Вот такой теперь у нас отряд. Кто шагает дружно в ряд. Бежу обязательно снимать. Ага.
Ехали. Подожди. Подожди. Боже мой. Ничего страшного. Акулы. Ничего. Ничего страшного. Напоминает. Сейчас, хватит советовать спойлерики и прочее. Расслабьтесь. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Чего вам? Я вот тут бегаю, акул фармлю, вы там делай то, делай это, попадешь туда, сделаешь что. Я сейчас забаню, да и все. И буду дальше играть спокойно. Сдри тут этих акул, ну хочу их в жопу. Если хотите посидеть и понянчить какого-то стримера, ну вам на другой стрим просто. Идите кого-нибудь другого, понянчите. Поводите за ручку. Магия-то не работает здесь. Не работает магия. Мне не надо, чтобы меня водили за ручку и рассказывали, что мне делать, если я этого не прошу сам. Большой взрослый мальчик, я уже прошел всю игру. Я думал, что я справлюсь в самом конце. Так, корабль, срочно. Попасть, ничего попасть страшного. На корабль. Где? Где заход? Пока акули не задушили. О, ничего это оно? Страшного. Нет, оно. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Да страшно, уже ХП не осталось, блин. ХП просто на лолях. Невероятный звездный корабль — лишь малый пример чудес, сотворенных древними. Ау. Пинкально. Классно. Окей. Так. Короче, я в жопу этих акул. Их мы тут все равно не перебьем. Слишком долго. Слишком долго и бессмысленно. По фасту на корабль залететь и при этом желательно остаться при мане хотя бы какой-то. Папских советов, да всегда вечер папских советов, всегда вечер нянек. Иногда такое ощущение, что у меня полчата нянек просто. Которые сидят и вот все, что... Все их желание — это просто посидеть и понянчить стримера. Ведь он же не справится, он не справился с игрой, не справится сейчас, не справ... ни с чем не справится. Так, вот. Нужно как-то... Как-то не сдохнуть сразу, главный вопрос. Как-то не сдохнуть. А что нам поможет как-то не сдохнуть? Резкий переход на шрапнели... На обычную скорость. Так, инвиз нельзя в файте кастовать. Похоже, yes. Здесь все в порядке. Так. Я успел раньше. Я успел раньше. Главное тут как-то залететь. Плацдарм приготовить. О.
Первая готова. Что у нас тут вообще? Секретная супернанотехнология. Сразу начать с чего-то серьезного. Там надо подойти, бахнуть шрапнелью просто по большому счету. О, сразу на кладбище уехал. Надо было чекнуть статы, кстати. Поезд забыл. А вот да, кстати, поезд и забыл. Я выкинул, наверняка что-то произойдет. Так. Я тоже бахнем тогда. 746 урона, 746 дамага. Ок. Хорошее дыхание дракона, качественное. Сразу на кладбище уехал. Ну что ж. Можно спокойно приодеться. Сапоги. Это вот все. Так-то, конечно, классно сделали. Залетаешь на корабль без обкаста, без снаряжения, без всего. И тут сразу темно, два дроида. Добрый вечер. Да, такой с алхимика. Пора отлетать. Вот и я о том же. У меня там шрапнель. Все. Ну, здравствуйте, господа нанотехнологии. Ничего страшного. Че, где кого? Кто мне подстреляло? Ой, обказ сделаем на всякий. Пусть будет. Лишним-то наверняка не будет. Самый обкаст. Хозяйство пригодится. Закрыто. Дверь открыта. О, древние нанотехнологии или современный дробовик. Ничего страшного. Ничего страшного. Уже победит. Дроид-убийца. 1000 хп. У него, кстати, хп как у дракона и дамаг как у дракона. Иммунитет к мысли, духу и телу. Ко всем школам клириков, короче. Клирики нужны. Клирики играют, чат. Лечи на звездолете. Так, кто, кого, куда? Какой-то ключ-карта нет. Лирики не для урона нужны, так а для чего? Для чего нужны клирики?
Может быть, клирики просто могут показать дорогу, куда идти. Тогда они полезны, да. О, смотри-ка. Защита от магии в первую очередь. Такое. Мощность изменена. Мощность изменена. А можно мне подсветить немножко? Ничего страшного. Как вам такие нанотехнологии, а? Как вам нанотехнологии воскрешения дроидов? У меня нанотехнологии некроманты кидают инстрасмерть или редикейт. Мне раза два всего за всю игру кинули. Раза два. Это не оправдывает наличие клириков. Только при условии, если ты очень долго, наверное, сражаешься с мобами, сражаешься с ними. Так. Некроманта техноклирик. Да. Прям долго, нудно сражаешься, и тогда с течением этого большого времени есть шанс, что они что-то прокинут. Техномант. Я техномант. Перевесь корабль мой. А, вот теперь корабль заработал. Спасибо, что подлечили. Ничего страшного. Попробуй. А, барахло. Лучевое оружие. А, барахло. А, барахло. Сильно. Лучевое оружие. Как приказывать воскрешенным? Не знаю. Ничего страшного. Ничего страшного. А, барахло. Так-то с них даже взять нечего. Клавиша, о, это просто свали отсюда. У меня почти, я не знаю. Еще ружье. Каждому некроманту по ружью. У меня только один вопрос, а что здесь тесак-то на корабле делает? Руна замаскированная в рукоятке инициала свидетельствует о том, что это прекрасное оружие изготовлено Аликом Теллингом, главным кузнецом Харика IV, повелителя Регны. И императора Бескрайнего океана. Как оно здесь оказалось? Драконов на мобов натравливал. Как здесь оказался этот тесак? Ровно один вопрос. Что он, блин, здесь делает вообще? Куда-то наверх нужно. Тут золото делает на корабле. Здесь ничего нет. Печально, что здесь ничего нет.
Ну, типа, тут теперь пооткрывалось все, теперь все заработало, я так понимаю. Двери начали открываться. Вот. Ничего. Так, это свои. Ты защиту от смерти кинул или везет просто? Какая у меня защита от смерти? Нет, ничего не кидал. Я и есть смерть, я ж лич. У меня 4 лича, как откуда у меня защита от смерти, в принципе? Кольчуга, ну да. Кольчуги здесь самое место. Палица. Нанотехнологичная палица. Я не знаю, что это. На корабле. Блин. Ведь хрен найдешь, куда идти. Все хорошо. Здорово, классно и волшебно. Ничего страшного. О, нет. Ничего страшного, попробуем плохо. В другой раз. Всем по плазменной винтовке. Может, я просто винтовки вам плазменные принесу, и мы победим. Давай ману лиснем. Учитывая то, что бластеры стреляют землей, видимо, и сами дроиды стреляют землей. Защита от земли. Самое оно получается. Да, бластеры в деревянных ящиках. Ну, как смогли, как смогли. Давай опять искать где-то, что может быть. Для выхода с корабля все должны надеть легкие водолазные костюмы. Не, спасибо. Больше водолазный костюм ваш не полезу. Никогда. Сама имба стреляет глиной. Ага. Стреляет. Блин, ну где-то же здесь же должно быть, ну. Что-то. Ведь логично же ж. Запаниковали, запаниковали, смотри. Запаниковали. Идти особо некуда, либо наверх, но тут ничего нет. Вообще никуда идти. Либо еще чуть пониже. Не сделать сложно. Не, по идее нужно как-то вправо, наверное, он там часть попасть.
Там что-то красное есть. Как попасть в правую часть? Да ты the question. Я и в правой части вроде был. Да, я там был. Там что-то красное есть, а значит... Значит, не везде был. Черт. Зверских пауков, а чё, пауки! Пауки! Я тоже был. Блин, да я везде уже был. Может быть, эти винтовки как раз то, что ему нужно было? Может быть, я нашел то, что... Он как-то получал задание. Возьмите волновой разрушитель и вернитесь к Эстеру. Волновой разрушитель. Может быть, я его взял уже? Давай опознавать. Я не знаю. Одно из этих древних оружий есть волновой разрушитель. Лучевое, лучевое, бластер, лучевое. Все не то. Все не то. Ну, черт возьми. Это, конечно, не то чтобы храм, но это все-таки храм с загадками в конце опять. Какой-то. Чертов лабиринт в конце игры. Загадочные загадки. Ну и, ёб твою мать, ну что, нельзя было положить куда-то на более видное место? Чуть более очевидное. Древнее оружие. Я не знаю, что это. Тук. Зачем это все? Все. Себе. Интересно, как я могу идентифицировать бластер? Познания в идентификации настолько велики, что я просто идентифицирую бластеры. Сильно, сильно. Может, где-то здесь тогда? Попробуем в другой раз. Твое лицо уже в бластерах. Ничего не открывается. Ничего так, страшного. Так, во-во, я нашел, нашел. Кажись, я нашел туда, куда нужно идти. Это похоже на то, что мне нужно. Ничего страшного. Очень похоже на то, что мне нужно. Золото и кожаные сапоги на корабле. Главнокомандующего. Его нет. Здесь ничего нет. Его нет. Что, планету захватить? Да я вот тоже думаю, у меня вот такой уже тут арсенал. Можем уже всех победить. Зачем нам вообще что-то помогать? О. Кажись, оно чат. Волновой разрушитель. Квестовый предмет в этом устройстве. Нет видимых символов или частей. Почему оно так ценно? Вне вашего понимания. Готово. А, искры. Ну, это типа все разрушаться начинает. Пора валить. Пора валить. Но перед тем, как валить, нужно на всякий перестраховаться и поставить маяк. Прям по центру поставим маяк и волшебной кнопкой идем отсюда. Вот так вот. Так, слушай, Арчибальд, а я там у тебя случайно не ставил? Как вообще без заклинания телепортации тут жить? Душно же. Вот не к тебе случайно, а к тебе, да?
Последнее задание. Пусть бы, наверное, в костюме выбираться. Не знаю. Можно было наемника взять с телепортами на крайняк. Сейчас БФГ сделают. Да, похоже, я 3D принтер просто сделал. Вот так вот. Он нас обманул, кто бы мог такого ожидать. Да ладно, блестяще. Завершение строительства Небесной Кузницы позволило получить достаточное количество оружия древних, чтобы сокрушить любое сопротивление вашим планам. Скоро мир будет у ваших ног, однако вам по-прежнему любопытно, что же такое изо всех сил пытался построить противник по другую сторону врат. Да. Общее время 7 лет, 11 месяцев, 25 дней. 8 лет! 8 лет в игре! Ок. Дед, я надеюсь, ты гордишься мной. Не знаю, как там остальные школы магии, но магия тьмы играет. Передаю привет деду в записи. Какие дела? Нет, я всех застрелил. Не верь никому. Я всех победил. Такая вот эта игра, меч и магия. Блин, ну вообще, конечно, прикольная. Как-то она очень... Бывает, затягивает. 8 лет жизни, да. Да дед-то спит, понятно. Ничего, проснется дед когда-нибудь. Наверное. На аренке я там знатно залип, конечно. А так видно, да, что игра делалась явно там на коленке за пару месяцев. Ну да, так она. Так оно и есть. Что ж, первое знакомство с мечом и магией можно считать завершенным. Было неплохо, особенно с фиксами. Где ты обиделся за посох и плащ, да, кстати. Все, всем спасибо за внимание. 6 часов как раз. Управление Эликса. Так у нас еще, у нас же еще есть на повестке дня этот Fallen Lords, так что да, лучше 90 современных игр. Да, поиграть было, конечно, прикольно. В общем, рекомендую, приобщайтесь к классике.